Теперь рэпер Баста снимает клипы в комнате своих дочерей, Маши и Василисы. В ход идут парики, кукольные домики и даже кошки. На физкультуру для скул и общую физическую подготовку у Василия появилось больше времени, так что объятия Басты стали крепче. Это фото так и подписал, обнял. Я люблю спорт, он помогает мне чувствовать себя хорошо. Что скажет в прошлом рэпер, теперь спортсмен. И танцор. Как мы называем, Василий Бамбула. Прямой эфир шоу «Голос дети». Только ради этого Баста выходит из дома. В роли наставника Баста выступает 4-й сезон. Вас еще сажают в красном на фоне красного, чтобы не так заметно, конечно, было. Да? Хотел передать привет свой родной город. Меня мама смотрит, Ростов-на-Дону, лучший город на земле. Родному Ростову-на-Дону Василий передает привет при каждом удобном случае. На занятиях музыкой настояла бабушка, подарила синтезатор. Вася собирался стать дирижером, но его отчислили из Ростовского музыкального училища, что неплохо сказалось на его внешнем виде. Это заметно по фотографии. Таким Вася уехал покорять Москву. Мне принадлежит и таким же, как ее. Моя игра, моя игра. Она мне принадлежит и таким же, как и я. А также покорил красавицу Лену из интеллигентной семьи. Они вместе уже 13 лет. Я тебя люблю. 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 Ты же с Ленкой, Вакуленко, эй! Свой женский коллектив, жену, дочерей и двух кошек Баста называет «Батальон поддержки имени 8 марта». 8 марта у Басты теперь каждый день. Я буду петь голосами моих детей. И голосами их детей нас просто перестали. Такого закона сансары, другого рода людей. Этим летом именинник планировал поставить рекорд – провести большой сольный концерт в Лужниках. Мероприятие пришлось перенести на следующий год. «Мы друг у друга есть», – подписал свое обращение рэпер. И баста.